Так, и вот начинается новая карта. Одиссей. Снайперка, вещь тут. Вообще, нет, со снайперкой вы меня тут вообще даже не увидите, поэтому, к сожалению, вряд ли я вам это покажу. В любом случае, даже если я возьму, это будет вообще... Это крабы в доте вам покажутся райством. Потому что я, во-первых, никого не смогу убить, во-вторых, я буду постоянно умирать. Поэтому печалька. И новая карта Святыня, название появилось только сейчас. Возьмем свой пилот. Самый классный наш этот. И штурмовик. Оставить разговоры, начинаю Ништяк. подготовку. Дум. И вот этот звук классный, мне нравится. И музыка классная. Вообще все классное, короче, в игре. Так, возьмем. Быстрее, быстрее. Вот, супер. То есть улучшена основная винтовка у нас будет. У нее увеличенный урон и еще, короче, что-то увеличенное. Скорострельность, наверное, не знаю. Ну и по-любому я опять быстро умру. Как всегда. Так, ну-ка. Оп. Ну ладно, тут лестница есть. А, че я по стенке не пробежал? Что за дела? Привет. Первое убийство. Вражеский пилот. Да, близнебой ништяк. У-ху-ху. Прямо как Дюк Ньюки. Блин, это ополченец всего лишь. Граната какая-то там. Ой, прости, блин, даже. Пилот, на. Будет готов через 2 минуты. Привет. Так, сзади был. Да, все-таки расстрелял. Молодец. Будет готов через 60. Да не надо мне повторять каждый раз. Я считать умею. Так, супер ускорение. Я прям как флэш. ЛСД принял и бегаю. Блин, не то. Блин, мертвый уже. Черт. Внимание! Мы опережаем повстанцев, но не намного. Время... Фига себе, не намного, в два раза. Так, что за дело? Так, я слышу, как они там говорят. Где-то слева. Так, слышу, кто-то стреляет. А, это свои. Понаблюдаем за обстановкой. Карты здесь очень большие, очень классные. О, вот это вот. Вообще. О, вообще красавчик. Оп. Бам. Так, там где-то был вражеский пилот. Невидимый. И он уже сзади оказался. Вот он. Красавчик вообще. А! Нет! Меня убили снизу. Так, выберем новую карту. Паучье чутье. Будем смотреть сквозь стены. Посмотрим, как это выглядит. Сейчас покажу. Ну, давай. Включайся, чутье. Ну. Так, титана вызываем. Тихотенец наш. Где чутье-то? Ну, включайся. Ну, а там поздно. Мой титан вылетел. Мне больше не нужно это чутье. Передаю управление пилоту. Давай. Так, здесь вот титаны очень хорошие. Бойцы, потому что здесь очень много закрытых пространств, куда они просто не могут пролезть. Вообще просто все в молоко. Ну ладно, бывает. Так, идем внутрь, там, походу, бойня идет. Да, два титана вражеских. И... Вообще красава. Давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой, ел Родео. Видишь, какой сразу слез. Молодец. Так, давай. Не сбежите, сволочь. Линяем. Тактическое отступление, точнее. Так, ладно, вылазим. А, блин, черт, не успел запрыгнуть. Бах. Ништяк, 2х сразу загасил. И мы победили. Thank you.
Да, вот и без раунд. Да. Это было жестоко. Да, ну боты вообще абсолютно никакой угрозы не представляют. Только если у вас мало здоровья и вы совсем расслабитесь, они вас могут загасить. Бам. Отлично. Так, давай, давай, давай. Ой, у него нога горит, бедняжка. Че, куда он стрелял-то? И? Ништяк, мы выиграли. Я опять, короче, на третьем месте. Че за дела? Ну, я убил пилотов на втором месте. На третьем, блин. Фрокси, он убил 10 пилотов. Давай же первое место получить. Да я бы вообще вот только за. Я тут стараюсь, так всех убиваю. Вообще красавчик такой, а мне не дает первое место. Кстати, вот по поводу печенья и чая, это хорошая идея. Надо будет как-нибудь потом запастись, а то горло быстро устает. Я начинаю нести херь. Так, и вот опять новая карта Диметра. Тут, походу, их все-таки, да, действительно, 10-15, то есть больше, чем, наверное, в любых. Так, и вот свой Титан в любых современных мультиплеерных игр. Также уже стопудово будет DLC, потому что анонсирован Season Pass. Вот Super Rare 97 откроем. И я не знаю, сколько он стоит, но подозреваю, что стоит он столько же, сколько и сама игра. Так, и снова бежим. Вообще зря я взял карточку по увеличению длительности камуфляжа. Потому что у меня этого камуфляжа вообще нет. И пистолет-пулемет просто не берет на таком расстоянии вообще. То есть я попадал чисто в него. Но хитбоксов никаких не было вообще. Хитмаркетов, хитбоксов, как? Я не знаю, как правильно. Ой-ой-ой. Привет, мединка. Думал, ты самый умный? Вообще-то надо было его в ближнем бою загасить, ну ладно. Опа, тут где-то пилот. Я слышу его. Да, вон он. А, он с дробовиком, черт. Вот это было, вот это был промах мой. Ну и ничего. Активный камуфляж. Посмотрим, как он будет работать. Бам. Титан будет готов через 2 минуты. Отлично, Титан через 2 минуты. Ага, у меня включилось, походу, и ускорение, и... Нет, ускорение не включилось, просто включился невидимость. Ой-ой-ой, я потерялся вообще. Как он меня увидел, интересно, в невидимости? Ну ладно. А, ну он прямо за мной был. Поэтому понятно, как он меня увидел. Так, там много врагов. Вон они. Да, убил издалека. Ой-ой-ой, это не тот. Привет. Да, мне еще в прыжке меня загаси, ага. Так, где-то тут еще вражеские пилоты. А, вот он был. Давай, где? А, воу. Привет. Блин, а это спектр был всего лишь. А я с ним поздоровался. Нехорошо получилось. Давай. Где он? А, ух ты, какой он меткий. Его, короче, раздавило. Так, Титан готов, сейчас мы его где-нибудь... высадим. Атаку. Давай, посмотрим на нашего вручную собранного Титана. Оба. Так. Управление передается пилоту. Тун-т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 ун. Так, что-то тут месиво какое-то. Вон финишку я вижу. А, да, нет, блин, поддержка пилота всего лишь еще. Я был близок. Ладно, я вижу там, что есть враги. 100%. Так, и бабах. Сразу двоих. И зато вот у нас есть вражеский Титан. И мы его загасили совместными усилиями. Вон пилот. Ну, я с этой штуковиной в него явно не попаду. Бах. Внимание, высокий уровень угрозы. А что случилось? Что высокий уровень угрозы?
Ладно, ладно, спокойно. Бам! И взорвался чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот так вот взрывается наш Титан после того, как он перегреется. Внимание, ваш новый Титан будет готов. Так, свои тут с другой стороны. Ух ты, у них тут своя баталия. Боты любят тут разыгрывать драму. Так, где вы там сидите, сволочи? Давай, патроны кончились, ну давай, давай. Да! Догнал. Ой-ой-ой. Допинался. Фенюшка, фенюшка, как же ж ты так? Так там ж нет никого, чё ты стреляешь-то? О, вот, вот этот молодец. Да, вот она очень динамичная в определенных местах. Привет. Бам. И я вообще на каком-то на последнем месте почти. Так, где-то здесь был пилот. Нет, не то. А, он вообще сзади. Фенюшка наконец-то меня загасился. А, ты все время сзади был, да? Ну ладно. Эх-эх-эх. Что лучше, на мой взгляд, Xbox One или PS4? Вообще, как консоль, Xbox One мне не понравилась, но смотреть надо не по самой консоли, а по играм, которые будут на них выпускаться. Я подозреваю, что на PS4 линейка будет гораздо круче. А игры на Xbox One вы всегда можете посмотреть на наших стримах. Так что вы понимаете, к чему я клоню. Смотрите стримы, но покупайте PS4. Так, надо игру потише сделать, что я тут только сейчас задумался. И вот они уничтожили вражеский корабль, мне дали 500 очков, и я опять где-то в жопе, хотя вообще такой экшен, такой адреналинчик прям. Всех гашу, всех убиваю, а всего лишь на последнем месте. Так, это, наверное, уже, скорее всего, где-нибудь предпоследняя карта, потому что я так подозреваю, что они идут здесь по очередности кампании, то есть как они идут в кампании в одиночной, ну якобы одиночной, так они идут и здесь. Вот это вот, кстати, нехорошо. Надо, чтобы они тут перемешивались, все такое. Это им надо будет проработать. Я уже много раз про это говорил, наверное, хватит. Даже цвет прицела, кстати, меняется, когда улучшаем оружие. Так, Фенюшка, ты всегда против нас, да? О, нет, и он вообще вышел. Печалька. А я думал... О-о-о-о! Видишь, какой... гранатой. Видишь, какой попрыгун, а? Так, я знаю, что здесь есть вражеский пилот. Вот тут сидит. А, нет, не он. Где-то он. Где-то он здесь рядом. Я его ощущаю. Я чувствую его присутствие. Где ты? И, походу, его загасили, наверное. Так, там свои. Ага, вот там два пилота. Да, ништяк. И... ой. Типа заныкался. Ух ты! Гранатой меня загасило. Вот это клево. Просто накидал и ждал, когда я взорвусь. Ла. Так, я вижу там. Так, пофиг на вас, спектров. Идем гасить пилотов. Блин, тоже спектр, ладно. Да, нет, не убивай меня, не убивай. Я жить хочу, боже мой. Бах, все, ништяк. Блин, у них тут, короче, собрание какое-то или что? Их там как минимум трое было. Вообще очень мясная карта. Буквально в одном помещении все дерутся. Так, вот Титан готов, мы его высаживаем. И сейчас заходим в основное. О, убил с такого расстояния вообще как. Давай быстрее, 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 пока не загасили. Да, ништяк. И сейчас мы просто заходим внутрь и всех убиваем. Так, это... по-моему, это вражеский Титан.
Да, это вражеский титан, сейчас мы его. Тихонечко. Давай. И... Давай. Да! Я его в ближнем бою загасил, вообще, вообще красава. Так, и у меня совсем мало здоровья осталось, но зато щит восстановился, поэтому мы можем бегать дальше. Ой-ой-ой. На мне кто-то сидит. А, он меня выманить просто хотел, нехорошо так делать. Я сразу сел обратно. Да ты что так? Сволота ты такая. Вон, я видел, как он туда запрыгнул. Ладно, слазим. Бегаем пешочком. Так, всех перестрелял. Титан ходит за мной. Молодец. Хороший песик. Где-то здесь пилот. А, черт. А, все-таки выследил меня. Матхук. Так, стрим не лагает. Все норм, все хорошо. Ни дропов, ничего. Так что... Так что проблема на вашей стороне. К сожалению... Оп-оп-оп, вижу. Давай. Да, ништяк, девочки, 6. Ох, как это? Не добежал. Как это смачно было. Ой-ой-ой, там нет, свои. О, мой титан еще живой все еще, прикольно. А, вот можно просто прострелить. О. Так, это, наверное, моего. О, сколько взрывов. Ну вот титана взорвали, да? Ой-ой-ой, он собирает мои пули. Так, это вообще мой титан. Так, вот вражеский. Да, я его. О, нет. Нет. Мой титан уничтожен. Привет, спектры. Ой-ой-ой-ой. Сволочь с пистолетом. А, ладно, застрелял все-таки. Да. Я дал ему возможность прицелиться, а вот сейчас я ему не дал возможности прицелиться. Уху! Да, отлично. Тут где-то был. Да, вот он. А, нет! Удар в прыжке, блин. О, я еще выжил. Ух ты. Я думал, конец уже. Здесь помимо обычного мультиплеерного режима есть также режим «Последний титан», который как раз таки и является режимом на выживание, как вот тут в комментариях говорят. Ах ты сволота, а? В комментариях говорят. То есть там нет возрождения, вы играете за титанов только. Вроде бы как. Но мы туда не будем заходить, мы просто смотрим новые карты, бесимся, играем, выигрываем. Вот в начале мы не могли вообще ничего сделать, сейчас мы уже выиграем. Не знаю, какую игру. О, какую игру подряд. Ух ты, у них еще в разных местах открывается штуковина эта. Да-да-да-да-да-да. И он выпрыгнул. А этот и не видит даже. Так и стреляет дальше. И я опять на третьем месте. Эх-эх-эх.